На выбор пока дается, пока нас не было. Я тебе сейчас... Стена закрыта, давай пока. Вот. Значит так. Угадай исполнителя по песне. Угадай 50 фруктов и ягод по буквам наоборот. И тест на эрудицию. Первый. Тимати. Ладно, хорошо. И я наконец-то нашел вот эту тему. Я сейчас разделяю, значит... Ну, ты можешь на стриме глянешь. Или я могу тебе в Дискорде показывать. У тебя два экрана вообще? Нет, я был. А ты не хотел бы два экрана? А мне я им не пользуюсь. Жалко. В смысле? Это же удобно. Не знаю. У меня там старенький монитор. Так у меня тоже вот всегда такой квадратный, старенький. Вообще хорошо. Да это можно. Ну ты когда-нибудь подключишь. Итак, мистер Пятерка. Значит, 5 против М5. Да. Исполнитель. Но я бы еще с тобой посоревновался в эрудиции. Но мне кажется, вы... А? Ну там общие вопросы, типа, знаешь, и из школьной программы, и не из школьной. Такое. На все, короче. На знание всего. Так, ну сначала твое, исполнители. Мистер Пятерка, видишь ли ты экран? Да. Так. Что-то у тебя с вебкой вообще плохо. Бо. Вообще мега бо. А ты можешь ее там перезагрузить как-то? Да, но еще с какой-то задержкой именно дается. А ну-ка. О, ну. А что-то помаши? Не, вообще плохо. Плохо. Да блин. Да можем тогда в Дискорде, но мне из Дискорда придется выводить. Сейчас. Можно. Так. Ну бахни тогда в Дисе. О. Сейчас, подписчики, ну из Дискорда просто тяжелее достать вебку. Прости, мистер Пятерка, что так долго. Легенда. Да, нормально. Ты вообще не спешишь никуда? Не, пока не. Так, мистер Легенда. Бо. Так. Мистер Пятерка, ты можешь пальцем вверх показать и сказать: я иду туда, а ты? Я иду туда, а ты? Ладно, спасибо. Так, ну все, смотришь? Видишь экран? Да. Все, поехали. Если чё, я буду, ну, по черточке ставить, кто угадал. Добро пожаловать на канал Эмоджи. В этом видео мы предлагаем угадать 30 исполнителей по песне наоборот. Анна Асти. Готовы? Тогда начнем. По факту. Макан. Это Макан. Кто? Что он сказал? Кто? Ладно. Макан. Чё, тебе балл давать за это? Ты угадал? Да. Подо мной М5, асфальт 8. Подо мной М5, асфальт 8. У неё бирки. М5 это мистер Пятерка. Ну да. Это Гивер. Мне кажется, Клава Кока. Моя Мишель. Бо! Кто это вообще, бля? Прикол. Хуйняка. Славик Погосов. Кто это вообще, блядь? Мистер Пятерка, ты это знаешь, кто это? Нет, какой-то звонок. Мямой. Клава Кока. Зиверт. Кто, блядь? Нихуя у нее прическа. Ты бы хотел такую? Ляня, кусик. Гаязов. Бразерс. Бля, реально Гаязов. До встречи на танцполе. Гаязов Бразерс. Малиновый закат. Анна Асти. Люся Чеботина. Кто, блядь, чебоксы какие-то? Чё? Нормально. Анна Асти, 100%. Блин, я бы знал, кто это. Ну вот эти. НЛО. Не, я просто саму песню слышал, я не знаю, как называлась. А, это царица, Анна Асти, царица. Ты тоже угадал? Да. Анна Асти. Пока вот... Пьяный по твоей вине, царица! Я не знаю, кто это, я против проголосую, просто что это Хабиб. АВГ. Я тебя добавляю. Я вообще не знаю, кто это. Он что, пацана заигрывался? Клава Кока. Айгел. Айгел. Ты смотрел Славу Пацана? Вы не смотрели, что... Зачем? Я хочу усы, как Вова Адидаса. Что-что? Я хочу усы, как Вова Адидаса. Видите? Я понял. Лиса какая-то топая. Это Джарахов, Джарахов. Ну по баллу тут, по баллу. Мистер Пятерка, а что ты вообще слушаешь? Вообще ничего. А ты, то есть, не любишь вообще музыку? Да. Я у тебя хотел спросить, как тебе мой альбом последний? Ну мне там все не понравились, кроме Бугатти. И сейчас скажу. Сейчас. Да. Ну, да. Ну, кроме Бугатти и что еще? Бугатти, Амазы. Угу. Вот что. Ага. Кто я такой? И все. То есть тебе все не понравились, но половина понравилась все-таки. Да, чел. Ну ладно, чел. Спасибо. Там не понял. Holiday Boy. Кто это вообще нахуй? Бля, где я его видел? Пусть будет, что это Артик и Асти. Dead Blonde. Кто это вообще, бля? Это Амирчик. Это Клава Кока? Амирчик. Что? Кто это вообще нахуй такой, блядь? Я тебя долбал. Что? Дед. И цик-ципер? Да. Клава Кока. Мия Бойко. Я буду просто в Клаву Коку стрелять, пока не попаду, блядь. Пошла нахуй. Вау. Вообще непонятно. Клава Кока. Ирина Кайратовна. Кто, блядь? Подожди, то есть даже не в обратном порядке, блядь, песня? Или, блядь... На казахском. Ну давай еще какие еще языки знаешь? Только русский все. Катя Трав. Егор Крид. Кто это? Катя. Клава Кока. Да. Ты тоже, да? Да. Мари Краймбрери. Нихуя себе. Бля, три варианта. Гуси цик-цикер. 5 утра. Доброе утро. Вау. Баста. Это Баста, пацана. Баста. На заре. А ты откуда знаешь Басту? Чё, пацана, чувак? А, ладно, чувак. Это Клава Кока. Клава Кока. Клава Кока. Это Ваня Дмитриенко. Хабиб. Ваня Дмитриенко. Ну пусть хотя бы это будет Хабиб. Я его даже ни разу не слышал, блядь. Я только по городу, блядь, когда гонял, нахуй, вывески типа приезжает Хабиб. Я думаю, кто это? Ты за кого? Хабиб. Да ты считерил сейчас, конечно, ты за Хабиба, ничего, потому что написано, нахуй. Ничего, я сказал все. Хабиб. Ба. Ой, какая ты богиня красоты. Артик и Асти. Артик и Асти. Ты угадал? Да, конечно, ты по сфальсу. Я сказал. О, это они. Это... Я просто подсосусь и у него украду, что это Колибри. Колибри и Марик. Я не буду себе давать бай. Я не знаю даже, кто это. Три дня дождя. Николай Иванович. 3 дня дождя, Мона. А, это его песня. Мияги. Мияги, да. Что? А? Я говорю, Мияги, Эндшпиль. А потом что ты сказал? Да не. Ну по баллу, да? Чё, блядь? Мы не угадали что? Миягу. Да. О, лимон. Чё ты говоришь? А, ну лимон. Ну да. Ицик Ципер. Чё? Это Мияги. Ну да, Мияга тут. Да. Мияги и Эндшпиль. Энди Панда. Блять, интересно, кто же? Ника с Бензи, я думаю. А ты что думаешь? Да, сейчас. Ника с Бензи. Наверное, да. Ника с Бензи. Так, ну что, мистер Пятерка, ты хочешь спросить, на сколько очков ты меня трахнул? Я получил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 очков. Запомните. А я? 12. Ты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Я реально меломан. Не, ну это потому, что ты, видимо, разбираешься просто вот этих слов пацана. Да. Так, ну давай тогда на общую эрудицию, мистер Пятерка. 50 давай. Вопросов на общую эрудицию. Сейчас я только у себя опять все сотру нахуй. Слушайте, давайте этот, алло, ставки сделайте пока в чате, типа, кто победит, мистер Пятерка или мистер Пятерка старший. Мистер Пятерка, а ты вообще планируешь что, сколько классов заканчивать? 11 или... 9, 9. А потом что? Вот другое дело. Потом, не знаю, на завод, наверное. Ну да, или нефтяником, да-да-да, я слышал. А на какой ты завод пойдешь? Пицца, пицца. Ты не думал там в стендап пойти? Ну ты же смешной, харизматичный. Стендов? Ну хотя бы в стендов. Ну вот. Вот это другое дело. Так, ну сейчас делают ставки, мистер Пятерка, тебе вообще интересно? Да. Ну, пока ставят больше на такого человека, как Кирилл Баранки, но небольшой разрыв. Да. Угу. Ну, старость это там мудрые люди, старые. Да? Спасибо большое. Да. А ты меня считаешь старым? Нет. А там сколько? 20, 19, 18 вроде? Ну да, где-то вот в районе того, да. Мистер Пятерка, а вот представить, если твое 18-летие, у тебя только исполняется 18, что ты будешь делать? Не знаю, наверное, ну мама на 6 лет. Бля, это хороший выбор вообще. Ну да. Ну да, это нормальная тема. Так, ну что, мистер Пятерка, начинаем? Да. Добро пожаловать на канал Эмоджикул. В этом видео мы предлагаем пройти тест на эрудицию и кругозор. Тест состоит из 50 вопросов, а времени на размышление 10 секунд. Готовы? Тогда начнем. Минут. Какая? Давай, мистер Пятерка, чуть-чуть ускорим. Чуть-чуть ускорим это видео, но при этом сами на паузу будем ставить. Птица является национальным символом США. Орел, 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 который... Ну... Третий вариант. Да. Белоголовый орлан. Ну, 1-1. Какая по счету от Солнца планета Уран? Ебать нахуй! 7. Пусть будет 6. Правильный ответ 7. Да, мистер Пятерка, ты охуел там! На каком материке находится больше всего государств? Африка, Африка. Моя любимая страна. Больше всего государств находится в Евразии. Да, это я. Мы не выбрали. Я выбирал, я просто показывал, чтобы ты у меня не украл ответ. Я по вебке просто показывал. Он написал картину «Богатыри». Мистер Пятерка. Васнецов, чувак. Репин. Ну, наверное, Репин, да. Да ты сказал Васнецов! Это Виктор Михайлович. Чё, засчитывать тебе? Давайте, да. Васнецов. Какой закон описывает взаимодействие между двумя заряженными телами? Архимед. Да, пусть будет Архимед. Закон Кулона. Ну ладно. Кулон какой-то. Что делает в стихотворении «Кот ученый», когда идет налево по цепи? Вроде второй. Сказку говорит. Какое первое спортивное... Ладно, я тоже буду говорить. Состязание в триатлоне. Что такое вообще триатлон? Сначала пусть бегает. Плавни, плавни, плавни. Правильный ответ — плавание. Да как ты все знаешь, что ли, или что? Откуда ты это знаешь? Я просто спортивный митинг. А, не, ну видно, ладно, тогда извини. Ну, я в триатлоне участвовал. Ну, да, назови столицу страны, которой принадлежит этот флаг. Стамбул. Вот я тоже бы сказал. И Анкара, блядь. А вот тут непонятно. Анкара. Анкара, столица Турции. Кто автор строк «Скажи-ка, дядя, ведь не даром»? Пушкинчева? Ну да, Пушкинчева. А. Лермонтов, Лермонтов. Не, мне кажется, Пушкин. Михаил Юрьевич Лермонтов. Да как ты делаешь, мистер Пятерка? Я просто тебя читаю. Какой? А? Я просто умный. Из этих слов написано неправильно. Первый. А. Да, первое пусть будет. Да. Бижутерия. Все? Пиздец. Сколько костяшек составляет стандартный набор для игры в домино? Пусть будет 36, я не уверен. Пусть 36. 32. 32. Правильный ответ 28. Сука, вот бы он бы угадал, и я бы просто... У меня домино лежит. Вот у меня есть домино. У него нет. И он бы угадал бы. Какой плод растет на ветви мира? Оливка. Оливка, да, пусть будет, наверное. Оливка, оливка. Это оливка. Царицей какой страны была Клеопатра? Нефертити, Нефертити. Да, Нефертити. Ты что говоришь? Египет, Египет. Клеопатра была египетской царицей. В каком году была Олимпиада в Москве? Блядь. 84. По-моему, 88. В 1980 году. Какой химический элемент обозначается арсеником? Арсений. Арсений? Пусть мышьяк, чтобы всех арсениев вытравить, мышьяк. Ты что говоришь? Мышьяк, мышьяк. Да ты у меня пиздишь ответ! Да. Правильно. Ответ мышьяк. Ой, блядь. Донг, денежная единица какой страны? Good morning, Vietnam. Я скажу Камбоджа. Я не знаю. Донг это денежная единица. Мистер Пятерка, откуда нахуй ты все это знаешь? Ты гений? Ты любитель ракет и сладких конфет? Да. Мама. Какую рыбу называют водяной свиньей? Я ебу. Ну, пусть зубастик. 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 Водяной свиньей называют карпа. О, нахуй, в первый раз слышу, блядь, у меня отец. В какой стране находится лес, получивший название Криволесье? Норвегия, Норвегия. Да, пусть будет Норвегия. Потому что по погоде то, что такое более... Этот лес находится в Польше. Сколько квадратных метров в одном гектаре? Ох. 500 тысяч. 10 тысяч? 10 тысяч квадратных метров. Да блять, что за хуйня нахуй? Как называются классические балетные туфли? Первое. Пачки. Эти туфли называются пуанты. В каком виде спорта дают кубок Стэнли? Волейбол. Теннис. Правильный ответ хоккей. Кем был Николай Иванович Пирогов? Кондитером. Невролог. Пусть будет тоже невролог. Да. Пирогов был хирургом. Да блин, а? Столицей какого государства является город Богота? Венесуэла. Боливия. Богота столица Колумбии. Да блин, а? Немезида в древнегреческой мифологии богиня чего? Возьмите, возьмите. Откуда ты знаешь это? Не знаю. Немезида богиня возмездия. Чувак. Какой цветок является национальным символом Финляндии? Не забудь, мой любимый цветок. Блять, сейчас. Василек, я скажу Василек. Символом Финляндии является ландыш. Какая из этих стран не граничит с Россией? У России границ нет. Грузия. Правильный ответ — Армения. Как называется? Это все неправда, мистер Пятерка, мы тут не засчитываем. Называется самая известная картина Эдварда Мунка. Голос. Крик. 27 вопрос. Это картина Крик. Подожди, и к чему это сейчас вот это замечание? Какие грибы считаются самыми дорогими в мире? Трюфель, трюфель. Это я вот в кухне увидел. Ну да, в кухне трюфеля. Свинки их там ищут еще. Бля, сейчас кажется, что нет. Правильный ответ — трюфель. Ну да, кухня. Как называется это животное? Харза. Пусть будет, что это хорек, ёман. Не, опоссум. Это харза. Ты откуда знаешь это? Я в первый раз слышу, что такое харза. Как звали богатыря из города Мурома? Илюша. Илюша Муром. Илья Мазяев. Да, он. Илья Муромец. Какое море называют янтарным? Каспийское. Ну да, то есть будет Каспийское чисто. СПЛ. Янтарным называют Балтийское море. Угу. Чему равен корень 4 степени из 625? Ну пусть будет 15. Он равен 5. Да. Я просто бы подсосался. В 100 граммах какого из этих продуктов содержится больше калорий? Бананы. Мне кажется, кедровые орехи. Правильный ответ — кедровые орехи. Обал, блядь. В каком из этих слов ударение стоит неправильно? Пусть будет первое. В слове мусоропровод. Манила — это столица какой страны? Филиппины. Пусть первое. Пути. Манила — столица Филиппин. Я тебя ненавижу. Кто из перечисленных авторов написал стихотворение без единого глагола? Са Есенин. Афанасий Афанасьевич Фет. Ты Сигма? Да. Мне по литературе тройка. Покажи Сигму. Ну, по контракту. Ну да. Блин, надо теперь еще в контракт вписать Мьюинг. Мьюинг круче. Да, плюс еще тогда, да. В смысле плюс еще тогда что? Ну там, сколько там, 5-10 может рублей. Как называется это существо? Пегас. Буцефал, офигеть. Пегас. Это пегас. Каким прибором измеряет силу тока? Вольтметр. Мне кажется, амперы. Это сила. Силу тока измеряют амперметром. Кого из этих людей сожгли на костре? Галилео. Да ты на втором экране смотришь, что я выбираю, и выбираешь то, что я выбираю. Был Джордана Бруно. Да. Кто он вообще такой? Какой остров считается самым большим островом в мире, который не является континентом? Это остров Мистер Пятерка. Что, Гренландия вроде? Виктория, да. Самый большой остров в мире — Гренландия. У какого из этих музыкальных инструментов больше струн? Контрабанда. Да, вроде контрабас. Тут вообще штуки 3, по-моему, виолончели или 4 там. У гитары. Нихуя себе. На каком континенте расположена страна Мексика? Южная Америка, это который на Агистру, там старик магазин, знаете? Мексика расположена в Северной Америке. Ягода? Что это за ягода? Брусника это. Что это? Наверное, морожка. Костяника. Мошонка. Мошонка. Это костяника. Бля, я в первый раз слышу, что такое костяника. Просто о чем говорит пословица? Мал, да всем телом владеет. О мистере Пятерке. Бо. Вы, кстати, замечали то, что каждый врыв бабо, и ни разу бабо не спалилась, типа, что она была? Фак, не успел. Так, все, идем, мистер Пятерка, дальше. Мал, а всем телом владеет. Что это, по-твоему? Глаз. Я думаю, язык тогда. О языке. Реки с каким названием нет на территории России? Пальчик. Уста, мне кажется. Правильный ответ — спина. Тоже ладно. Чего нет у кошек острова Мэн? Я думаю... У них нет хвоста. Мистер Пятерка, у тебя... Бабо, опять врыв бабо. Мне кажется, у мистера Пятерки там есть буквально одна кнопка, которая все нахуй выключает. Да что ты зашел? А скажи, ты его ненавидишь вообще, вот как усы? Не, норм тип такой. Просто сказали мне по контракту, и я забыл. Да, тоже. Все, едем, поехали. Кто из этих животных откладывает яйца? Утконос. Бери. Яйца. Правильный ответ — утконос. Кому принадлежит выражение «краткость — сестра таланта»? Пусть будет Чехов, потому что он в Ростове же. Тургенев. Антону Павловичу Чехову. Да. Кто такой Молотоглав? Рыбка. Я думаю, насекомые. Блядь. Хотя, подожди. Да, акула это ебаная. Молотоглав — это птица. Заебись. Какой плод на латыни называется армянской сливой? Абрикос. Мне кажется, тоже абрикос. Да. Правильный ответ — абрикос. Да, типа. Ой, блядь. Спасибо за просмотр. Пока. Что-то быстро как-то закончилось, мистер Пятерка. Итак, готов? Да. Веду подсчет. Я получил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 балла. 22 это я получил. Ты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, мистер Пятерка. Но ты сначала очень долго лидировал. Вот. Так, мистер Пятерка, идешь фрукты угадывать или похуй уже? Можно. Так, 50 фруктов надо угадать. Добро пожаловать на канал Эмоджи. Сможешь ли ты угадать фрукты или ягоду по буквам, расположенным в хаотичном порядке? Сложив буквы правильно, ты угадаешь слово. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Готовы? Тогда начнем. Подписывайтесь, лайки. Какая-то бяка. Тоже, даже вообще лень угадывать. Яблоко. Банан. На превьюшке было. Банан. Банан. Я попал. Шугаринг? Ну да, шугаринг, типа вот это вот, чтобы волосиков не было. Груша. Спаниель, блядь, собака. Это типа спаниель. С ушами длинными. Апельсин. Заруба, заруба. Да-да, заруба на спавне, когда там кристаллы взрывают. Арбуз, арбуз, арбуз. Иди мне бал. На бал. Милана. Малина. Лимон. Малина. Киви. Киви. Кошелек, кошелек. Мистер Пятерка, у тебя есть твоя карта личная, твоя? Зачем? Ну, я боюсь взломать. Почему? Вот, ну да, там можно взломать, чувак. Взломать. Ну, ты мне же можешь дать, чтобы я тебе на нее кидал? Да, да. Все равно. Ну ладно, могу. Потом разберем. Киви. Скрепка, скрепка. Ну да, да, ютубер был такой. Персик. Арсен. Реально? Черника. А. Черника. Лайм. Лайм, лайм. Лайм. Дыня, дыня. Дыньки, дыньки. Дыня. Ты что больше любишь, дыньки или арбузики? Арбузы. Нуб какой-то. Кликает нуб. Каннабис. Клубника. А, ну да. Санина. Санина. Ананас. Ананас. А, точно, точно. Ананасовый сироп. Оп, 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 оп. Лимон. И... Лимон. Гном. Гномик, гномик. Гомно. Гамно. Манго. А, блядь. Ну, близко. Не глоблю. Голубика. Кто это вообще? А, бля, вкусная тема. Пятерка. Абрикос. А, это армянская слива, так называемая. Блять, да много букв, я из 4 букв могу угадать, тебе даже просто лень читать. Мандарин. А, ну да. Чё, марда? Чё? Клизма, блять! Осуждаю. Земляника. А, реально, охренеть. Тартар, соус. Гангрена. Чё? Может... Гранат. Хуйня. Виноград, виноград. Бля, напал. Виноград. Волк. Клюква. Клюква. Чили. Ильич, Ильич. Ильич. Личи. Блядь, чё нахуй? Чили, говорю. Креветка. Креатив. Нектарин. А, что-то персик, блядь. О. Жвачка. Ежевика. Реально. Ежевика. О. Мухтар. Курма. Курма! Курма. Грейпфрут. Грейпфрут. И миндальная шесть. Миндальная? Грейпфрут. Да. Мухтар. Ёршик. Черешня. О. Ты любишь черешню, мистер Пятерка? Черешня. Да. Мистер Пятерка, вот, кстати, вот вопрос. А если будет концерт вот где-то возле твоего города, ты вообще придешь на концерт на мой? Не знаю, ну там далеко до города. Миллионник. Ба. А ты в деревне какой-то живешь? Да. Нефтекумск. Мопс. Помело. Я, кстати, вот кушаю. У меня сейчас есть помело. О, никогда не кушал. Жирный. Ты мне? Не-не-не. Инжир. Бля, по-моему, кстати, невкусная хуйня, как будто помет чей-то хаваешь. Папайя. Лови. А? Ну дал тебе бал. Ой. Скумбрия. Скумбрия. Ну тут фрукты или ягоды. Брусника. А, точно, скумбрия. Лав-ис, жвачки лав-ис. Слива. А, блядь. Ну не люблю сливы. Рыночек порешал. Крыжовник. Крыжовник. Я люблю вот эту хуйню. Маленькие арбузики называю. Рука моя. Маракуйя. Бля, ты хорош. Маракуйя. Блять, с маракуйей у меня был вейп, и это был самый мой любимый вкус маракуйя. И я вот так вот прихожу в вейп-шоп, так хуярю, и все говорят, блять, кто нахуй, блять, снял обувь, обуйтесь. Я думаю, что за долбоебы, типа, блять, и только с третьего раза все подошли ко мне такие, блять, это у тебя, ты носки куришь, чел, блять, ты ебашишь носки. Я говорю, в смысле, это маракуйя охуенный, очень вкусный. Ну, а, блять, было очень вкусно. Но со стороны людям пахло, как будто носки, прикиньте. Алыча. Но я в чате прочитал, поэтому не буду себе зачитывать. Алыча. Ну да, алыча. Ну да, кстати, хавали в деревне. Кивакан. Кинуана. Аналингус. Калина. Кто, блядь? Кто? Кентукки. Кент. С кнопкой. Кто? Клементин. Это вообще что? Мандарин. Так это мандарин, блядь. Айван. Вай, мама, кто это? Вай, мама, кто это? Не, слушай, это неправильно, но я тебе бал за это, да. Айва. Ой, кстати, вроде вкусная, но от нее там так тяжело ее переваривать. Синдром. Смородина. Я люблю, да, вкусно. Водка. Вода ока. Кодавока. Авокадо. А, ну да. Хавал? Не вкусно. Маршмеллоу. Маршмеллоу. Камару. Морожка. Что это еще, блядь? Базука. Бузина. Разница вообще в ягодах, блядь, почти нет разницы. Трекпуч. Что? Трекпуч. Джекфрут. Не, я думал джекфрут, но я даже не знаю, что такое существует, блядь. Ты вообще знал, что это? Белка. Карамбола. Карамбола. Кто? Поехали. Похлебка. Облепиха. Икзил, зикил. Зикил какой-то. Кизил. Бля, на кизиле это. Чурчхела вкуснейшая, реально. На кизиле. Шиповник. Шиповник. Да. Шиповник. Руина, блядь, Константин Грейтан. Дуриан. Кто, блядь? Гномик. Мангостин. О, в лёде вкусная хуйня, реально. Так, мистер Пятерка, ну чё, ты готов? Да. Не проиграл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. У меня баллов, мистер Пятерка. У тебя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ба. 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 2, 1. Ну, нормально, нормально. Угу. Да. Да, да, ты только бан за подсказки, мисс Заебис, можешь получить. Я не читал твои Иди нах. Вот, ну нормально, мистер Пятерка. Ну, мистер Пятерка. А? Сейчас я вернусь к тебе в Дискорд только. Я думаю, что мы свое как бы отхайпили сегодня. Что думаешь? Именно. Ну а чё вообще, мистер Пятерка, вот скажи, а ради чего вот ты вообще со мной вот сидишь там? Да. Ну тебе хотя бы прикольно, говорить. Типа? Нахер. Ну это самое главное, это нормальная тема. Слушай, такая тема, да? Сейчас, подожди, я только вебку свою поправлю. Угу. Мистер Пятерка, ну нам пора прощаться, просто смотри, через... сотни лет записи этих стримов будут смотреть, ну, новые цивилизации, да, когда наша цивилизация... Инопланетяне. Да, когда вот найдут. Вот что бы ты сказал инопланетянам, которые найдут вот остатки нашего человечества? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и всем пока. Сейчас. Все, давай, все, мистер Пятерка. Пока. Спокойной ночи. Все, давай, пока, мистер Пятерка. Тебе тоже спокойной ночи. Что? Грациозно. Или грациос амигос. Фух, блять, как же я хайплю на мистере Пятерке. Блять, как же охуенно хайплю.